Быстро и качественно. Таким образом должны оказываться государственные услуги. На данный момент всего их насчитывается более 700. В 2019-м в отделе физической культуры и спорта консультировали по трем вопросам. Количество хоть и небольшое, но за 12 месяцев прошлого года к ним обратились почти 1000 североказахстанцев. В 2018-м их было почти в два раза меньше. Сейчас в отделе работают над оптимизацией оказываемых услуг. Планируют переход на электронный формат. Это позволит жителям региона сэкономить свое время. Отделом физической культуры и спорта города Петропавловск оказываются три государственные услуги через Центр обслуживания населения. Это присвоение спортивных категорий, квалификационных категорий и спортивных разрядов. Также вторая услуга – это прием документов детско-юношеские спортивные школы и выдача жилья – это призерам Олимпийских и Паралимпийских игр.